Я уверен, что ты смотришь YouTube, и ты подписан на крутых ютуберов, таких как Куплинов, Дима Масленников, Литвин и других, у которых миллионная аудитория. Но ты когда-нибудь задумывался вообще, с чего они начинали? Нет, правильно. Но сегодня тебе повезло, и я тебе покажу, да я сам даже посмотрю, сам удивлюсь, сам офигею от их первых видео. То есть мы увидим с тобой, что они снимали в самом начале. Ну что, всем привет, с вами Кровромо. И сегодня, как я сказал, мы увидим первые видео популярных ютуберов, которых я озвучивал ранее. А перед началом видео обязательно подпишись на канал, поставь лайк, поставь колокольчик и обязательно оставь комментарий, как тебе эта рубрика. Если она тебе понравится, пиши, каких ютуберов ты хочешь увидеть в следующем выпуске. Обязательно, ребят, обязательно, реально ставьте лайки, пишите комменты, это продвинет это видео, ребят. Все, всем спасибо, всем приятного просмотра. Ебать! Он же права недавно получил. Сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. А начнем мы с канала Дымоход. Сколько стоит шмот? На данный момент у этого канала 1 040 000 подписчиков. Первое видео на этом канале вышло аж 4 года назад. Набрало 5,8 миллионов просмотров, 70 тысяч лайков и 15. О, Дань, привет! О, Даня! Да. Че, будешь? Алкоголь, фу! Сигареты, фу! Парень, посмотри на мою эстетику! Сегодня мы его приготовим только гигантского размера. Да, ты прав. Это Ванзай. На его канале 8 миллионов 620 тысяч подписчиков. Его первое видео опубликовано целых 5 лет назад и набрало почти 3 миллиона просмотров. Также набрало 171 тысячу лайков и 10 тысяч комментариев. Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как можно сделать фруктовое мороженое в домашних условиях. Для изготовления мороженого нам понадобится пачка сметаны и фрукты. Но если фруктов нету, то можно, как я, заменить все вареньем. Берем какую-нибудь емкость и высыпаем туда всю пачку сметаны. А также закидываем туда 3 ложки варенья. Из-за того, что варенье сладкое, сахар я добавлять не буду. Как ты мог заметить, на этом ролике превью делал не я, а Никита из группы Nick and Alex Design помог мне с созданием крайне важной детали на ютубе – кликбейтного превью. Грамотное оформление нацелено на постепенное улучшение таких показателей канала, как CTR и количество просмотров. За счет качественного дизайна и контента на канале рост своего проекта неизбежен. Кроме Ютуба, там ты можешь заказать оформление ВК, обработку фотографий, насладиться полезными материалами для своих соцсетей. Короче, если ты ведешь свой канал именно ты, но до сих пор не обзавелся каким-то образом профессиональным оформлением, тогда ссылка в описании ждет тебя. Ну что, продолжаем. Литвин. У Литвина 10 миллионов подписчиков, 151 видео. Его первым видео был влог. Он набрал почти 2 миллиона просмотров и был загружен на YouTube целых 6 лет назад. На этом видео стоит 108 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев. Ну что, давайте его оценим. Присоединитесь.
па-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 па. Да, и это всеми известный Куплинов Плей, либо же Дмитрий. На его канале почти 15 миллионов подписчиков. А первое его видео вышло целых 9 лет назад. И набрало почти 2 миллиона просмотров, 92 тысячи лайков и почти 10 тысяч комментариев. Ну что, давайте его оценим. Когда у меня еще не было компа, я, блядь, бегал к соседу играть в нее, потому что у него был компьютер. Компьютер был полное, конечно, говно, и постел он прогружал каждую локацию по хуеву тучу времени. Но, сука, в те времена я был еще сопливым пиздюком, но мне так это доставляло, в принципе, и моему соседу. Мне не надо было даже играть, я, блядь, был рад посмотреть, как играет он. И когда просто мышка с клавиатуры доставалась мне, я плясал так же, как вот этот синий долбоёб. Синий, почему синий, хотя он черный? Хуй его знает. Синий, наверное, потому что он с бутылками. Это сейчас капитан очевидность просто сказал. На самом деле, ёб твою мать, что творится? Яй-яй, нихуя себе менты. Ну, в принципе, как в России, блять, в любой кутузке тебя могут поймать и также отпиздячить тебя по голове. Ладно, нахуй эту заставку. Кто эти люди? Да, нахуй, они нам не нужны. Какие коды? А, вот, пробел. Ладно. Этаж этого зала. На турнире будут играться все карты. Насчет правил я объясню в телеге. Где? Да, это Дима Масленников. То есть, самый главный сталкер в России. Что он делал, что он снимал раньше? Интересно, не правда ли? Давайте мы это и посмотрим. 15,5 миллионов подписчиков на его канале.